Махачкале, как и в других городах Дагестана, 4 марта в 8 часов утра открылись все избирательные участки. Побывавший на участке номер 1098 Махачкалы корреспондент Кавказского узла наблюдал с утра высокую активность избирателей. По состоянию на 10 часов 30 минут утра проголосовало всего около 200 человек из 1667 зарегистрированных на этом участке избирателей. На участке имеется вся наглядная агитация, присутствуют наблюдатели. С установленных веб-камер ведется прямая трансляция в интернет. Утром участок посетил глава Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов. Проходите, проходите, параллельно линии табло. К нам. На меня подходите. Спасибо за участие в выборах. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Я хочу сказать, что мне очень радует, что большая активность территориальной избирательной комиссии говорит, что в 5 раз больше, чем при предыдущие выборы, уже людей за это время пришло. Это и была наша основная цель — поднять гражданскую активность людей, сделать так, чтобы они пришли и проголосовали. Мы, по-моему, этого добиваемся, и мне кажется, что это результат большой работы, которую провели все. И сегодня поэтому вот такая высокая. Меня это очень радует, потому что это делает выборы легитимными. Тогда никто не сможет сказать, что это какие-то несправедливые цифры или результаты не соответствуют волеизъявлению дагестанцев.